Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Светланы Шиманской. Композиция называется «Сердце и разум, свет энергии в душе разглядеть». Музыка исполнена Самуила Фомовича из цикла «Жившая поэзия». Сердце, как ты трепещешь в груди, словно птичка, попавшая в сеть, свет энергии в душе разгляди, чтобы петь о любви вечно петь, не сгорай от обид и потерь, а сияй и в словах, и в делах мудрых мыслях, бессмертие верь и живи в чудотворных мирах. Сердце разум сложно понять, но на то нам и воля дана, чтобы, если случилось упасть, пролететь все ненастья без дна. Сердце разумом сложно понять, но на то нам и воля дана, чтобы, если случилось упасть, пролететь все ненастья без дна. Сквозь пространство, насквозь пролететь, сердце нежно душою обнять, духом снова над бездной взлететь и свой путь в небеса продолжать. Сердце, как ты трепещешь в груди, словно птичка, попавшая в сеть, свет энергии в душе разгляди, чтобы петь о любви вечно петь. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт. Свет энергии в душе разгляди».
Стихи Светланы Шиманской. Музыка исполнения Самвела Фомовича из цикла «Ожившая поэзия».